Экзамены сдали, багаж сдали, можно и помечтать. 200 певцов и танцоров готовятся выйти в большое плавание по Волге. Эти гастроли – подарок города на юбилей «Задумки». Муниципальному театру в этом году 40 лет. Впереди 5 дней незабываемых впечатлений. Что ждешь от поездки? Только улыбок. Я уже ездила одна, ну не на кораблике, конечно, на поезде, на самолете уже ездила одна. Это весело, ну как выступать, отдыхать. На всяких выступлениях тебя хлопают, аплодируют. В поездках узнаешь чего-нибудь нового, уезжаешь, узнаешь новые города, страны. 200 бесплатных путевок ребята заслужили. Редкий городской праздник обходится без выступления «Задумки». По пути ребята не будут время терять. Подъем в 7:30 утра, подготовка к вечернему концерту, еще минута славы на палубе и репетиция часового спектакля «Незнайка на Луне». Его и предстоит увидеть жителям волжских городов. Нам очень хочется, что вот наше творчество, наш труд, который мы немало прикладываем вот к созданию таких больших крупных спектаклей, увидели не только жители нашей Самары, но и жители других городов. И когда Дмитрий Игоревич предложил, что вот как можно показать, как можно такую толпу, в общем-то, большую вывести, нам пришла вот такая мысль, что только на теплоходе, потому что, ну, дети, конечно, я думаю, и заслужили такой отдых. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще не забыли, все собрали. Глава Самары сам решил проводить задумку в путешествие. Дмитрий Азаров поинтересовался у капитана, не растеряется ли экипаж в такой шумной компании. 5 дней с юными музыкантами – это не шутка. Мы договорились и предоставили детскому театру корабль, самый роскошный корабль, замечательные условия. Сейчас проговорил с капитаном, он сказал, что все надежно, все под контролем и все будет в лучшем виде. Уверен, что так и все и случится. Мы договорились с нашими коллегами из поволжских городов, из городов ассоциации городов Поволжья, и будут предоставлены концертные залы, и наш творческий детский коллектив даст спектакли. Напомним, Дмитрий Азаров возглавляет ассоциацию городов Поволжья. Мэрия взяла на себя организацию этих гастролей. Творческому коллективу предстоит 3 выступления в Ульяновске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и экскурсия по Казани. Алексей Захаров, Ольга Морозова, Станислав Левин. События.